Astăzi, când toți cei spun că tineretul este viitorul nostru, trebuie să sunut, trebuie să avem grijă de ei ca să nu plece din țară. Dar nimeni nu a făcut nimic. În municipiul Bălți, noi cred că am fost primii în Republica Moldova care am avut grijă de studenți anual și realizam multe evenimente frumoase de ziua studentului și multe altele. Dar astăzi, tineretul nu trebuie să depindă de voința unor funcționari. De asta, blocul electoral Renato Usatăi va veni în Parlament cu un proiect de lege foarte clar, prin care 5% din vânzarea țigărilor și alcoolului va fi direcționat direct pentru dezvoltarea tineretului și sportului în Republica Moldova. На сегодняшний день это порядка 400 миллионов лей в год. 50% этой суммы получат местные органы власти для реализации проектов по развитию молодежи и спорта. Это финансовые обучающие тренинги для молодежи, поддержка юных талантов, финансирование спортивных секций и клубов, проведение местных чемпионатов, поощрение спортсменов. Вторые 50% будут направлены на реализацию проектов общенационального масштаба. Вы все видели, как в течение последних 6 лет Бельцы стали спортивной столицей Молдовы. За счет средств из муниципального бюджета, за счет моих личных средств в Бельцах появились самые хорошие в стране залы для большого тенниса. В Бельцах баскетболисты четырежды стали чемпионами страны, обладателями кубков страны. У нас такие же достижения в футболе, в борьбе и других видах спорта. Сегодня, если мы претендуем, что спорт – это наше все, то мы должны о нем не болтать, а для этого делать конкретные вещи.